Мы играем в цепку 2. Если что, это мираж. Иди направо. Там будет Б-плент. Мы договорились играть на Б-пленте. Конечно же, первые закладки будут, как всегда, на А-пленте. Куда бы мне пойти? А, кстати, я на Б заложил. Вот, вот сюда вот еще можешь идти, там прикольно тоже. Это разминочка, да. Но мы идем только на Б. Мы договорились, если что. Почему только на Б? Мы договорились. А давай еще на А. Так, Нити, так смысл. Ты будешь закладывать, когда останется 5 секунд до конца раунда? Вопрос, а если я сейчас на А? Ну иди на Б. Ну просто... За 30 секунд метнуться с Б на А, я считаю, это ужас. Ну прости. Вот видишь, я бы не успел раздиффузить, убив я тебя. Ну ладно, прости. Мужики не изменяются. Мужики стоп, а здесь окно есть. О, можно было бы потом поиграть на миду. Йоу. Я сейчас примерно иду на Б. А ты через мид идешь? Тут есть мид и есть. Если что, ты тогда через мид шел. А сейчас сбоку вход прикольный. Слушай, что ты нож взял. Я через окно, если что, прошел. Крыса. Нет. Ну. Я сказал, что я на миду. Ты еще мог бы вот отсюда выйти, чек. Если что, в остальное время я не вижу его телефон. Он не вижу, нет. Ну я открыт. Уверен? Уверен. Блин, у меня одна флешка только. Просто видел. Ну, где ты вообще был? На коробках. Ой, здесь на машине. Ай-яй-яй. Ты просто из одного места выходишь постоянно. Да потому что я не знаю больше одного хода. Я бы... Там, как идешь на мид, там держись правее, там будут вроде контейнеры, на них надо залезть. Вон. Я знаю, как без шумных бег ходить. Да блин! У, я тебя был слеп. Я тебя слеп. Ты меня слепил, я тебя сам. У меня щит выращен. Кстати, да, если что, он скачал чит на ВХ. И даже с ВХ он не может меня убить. У него ВХ нет, такое славенькое. Вот здесь, АЕМ. А, АЕМ. Ну, вот тут, когда прицеливаешься, там такая... Слева. Ну, кстати, да. АЕМ, он работает непосредственно и на дым, и на флешке. Что у нас?
надо нам делать? Слышь, ты где-то крыщ. Так и знала. Так и знала, что ты там крыщ. Я не крыщ. Так как не? Ура. Мы еще посмотрим, кто кого. 3-3. А нет, 4-3, если смотри там. А, ну да, ты долго персонажа выбирал. Ты хотел Вэмона вообще выбрать. Нет. Ты сказал, о, Вэмон. Сам. Еще посмотрим, кто кого. Я пойду через вот этот, у которого ты ходишь, походу. Ну ты меня понял, да? Тут еще карта, знаешь, прям темно. То есть... Чё, где ты? Я видел тебя вон там вот. Я видел, как ты оттуда флешку кинул и видел тебя один момент. Потом выстрелил так чисто. Чтобы другие обратили внимание. Сверху тебя. А тут есть какой-нибудь другой проход? Да. А где? Выходи на мид, покажу. Не хочу. Тут где-нибудь? Можно, конечно, через А пройти. Через всю карту. У нас времени, кстати, много, так что это возможно. Так и знаю. Где бомба? На А как бы, если ты не знал. Так смысл? Там, где ты также читерил? Нет. Помнишь одно видео, когда на нюк. Еще когда бомба взорвалась, знаешь, как, помнишь, какую я сальтуху сделал? Помнишь, да? Ну, да. Так, кидаем тебе дым сразу. Я знаю, где ты. Я что, прям к тебе стрелял? Сейчас флешечка всем проверит. Так, читы подруби. Так, ну я иду на Б, почти уже вышел на Б. А я на А положу. Ну вот, как всегда, крыса. Не, ну я тоже как бы хочу победить. Ну, мы договаривались только на Б. И что? А ты же тоже иногда крысишь. Ну, я со спины захожу, а не закладываю на другом пункте. А со спины это как раз... Помнишь это в одном видео? Ты, короче, шел там, а ты у меня сзади на ноже шел, а? Ну и что это называется зайти в спину? Это не крыса. Крыса это когда... Хочешь, я тебе сейчас так сделаю? Давай, крыса это когда идет на апленд вместо б.
Уверен. Я сейчас пойду на Upland. Давай, иди. Я как раз сейчас туда пойду. Нет. Знаешь, почему я там сижу? Почему? Потому что там просматриваются все планты. Потому что иначе ты заложишь на... А? Блин, почему я люблю в эту сторону идти? Потому что ты можешь только по читы на... Ну, ходи читы! Ну, это же ты нечестно играешь. Обоснуй. Давай. Я не закладываю на А. Ну ты читеришь. Как? Давай. А что тут лестница все это время была? Там и тёмка была. То есть можно... Там видишь лесенка вниз еще, да? Это выход на мид. Дымочек возьму. А давай в следующий раз мы будем играть. Я буду замечать тебя на одном планете идти и бежать на другой планете. Меня пугает то, что ты очень медленно действуешь. То есть я не знаю, на Б ты, на А ты. Раш, раш, раш. Я думала, что ты на лесенку залез куда-то. Я как-то задом это забрался. У тебя еще и звука не было, то, что ты забирался. Я тоже не слышал. Я думал, что я взлетел как-то. С багами. Ну, кстати, да, тут есть баг показать. На лестнице? Да. Я видел. Я смотрю. Когда же я уже буду... Меня пугает. Ну, это ж я тебя не вижу. Я на базу заложу. Ровно сторона. Интересно, так вот. Подвергнем на твоим трупом. Не уверен. У меня есть такая просто тактика, не бывает. По привычке здесь. Пойду наверх.